Я это правильно читала? Голубь. Это правда, что в корейском сайте пишет, что Украина это голубь? Голубь? Почему? Мне бы обидно, мне уже обидно. Блин, мне страшно открывать. Всем привет! Добро пожаловать на моем канале! Меня зовут Кёнга, и я говорю по-русски. Сначала я хочу поблагодарить вам, потому что в прошлый раз я сделала видео, что в корейских сайтах пишет о России. И это просмотр почти 100 тысяч. И большинство моих подписчики из Украины больше всего написали: Кёнга, сделай, пожалуйста, про Украину. Поэтому в этот раз я приготовила Украина. Что в корейских сайтах пишет о Украине? Поехали! Давайте напишем тогда Украина. Та-да! Язык, украинский язык, население это 35-м месте в мире. Тут сразу показывает, что люди много искали в сайте. Украинская красавица, Узбекистан, украинские девушки, украинская международная свадьба, Украина, Чернобыль. И когда я написала украинская красавица, тут показывает Украина, голубь. Я правильно прочитала? Это голубь? Голубь. Голубь. Голубь? Голубь это птица же, да? Это правда, что в корейском сайте пишет, что Украина это голубь? Голубь? Почему? Мне бы обидно, мне уже обидно. Блин, мне страшно открывать. Ну, давайте посмотрим. Краин... Что это такое? Ну, уже смешно. А тут пишет, что в Украине слишком много красивых девушек, поэтому даже голуби, они тоже красивее. Ну, реально красивее. Мне очень нравится. Очень дорого выглядит. Очень как-то классические. Ну да, красивее. И корейские журналисты, они связывались с жителями в Украине и спрашивали, показывали фото этих голубей. В Украине реально так выглядят голуби. Местные жители написали, ну у нас тоже самые голуби, как у вас. Я не видела такой красивый голубь. Это просто они придумали. А это голубь называется Лахор, и они приехали из Пакистана, очень далеко. Еще это не натуральные голуби, это искусственные голуби. Люди сами сделали, чтобы красиво выглядели. Тогда давайте перейдем вопрос и ответ. У нас есть отдел вопрос. Любой вопрос можем задавать у людей. Тогда все могут отвечать. Ну, такие мнения. Тогда я нашла очень странный вопрос про украинские девушки. Это даже не смешно, просто. Украинские красавицы тоже станут бабушкой. Блин, кто задал такой вопрос? Ну там, да. И тут ответ. Да, конечно, все взрослеют, они тоже становятся бабушками. Тут тоже очень смешанный ответ. А почему вы думаете, что украинские красавицы не станут бабушками? Они тоже самое. И тут один кореец тоже задал вопрос. Расскажите, пожалуйста, 10 достоинств украинских красавиц. И тут ответ, это тоже очень смешной, красивая, очень красивая, очень-очень красивая, очень-очень-очень красивая, очень-очень, ну так, и 1, 2, 3, там так написала. И украинская девушка, найдите, пожалуйста, эту девушку. Кто она такая? И выложила такая картинка. Это Олена, да. Я тоже видела ее в YouTube канале. В Корее очень популярная. Тогда давайте напишем украинские мужчины. Украина нанда. Украинские мужчины. Ой, серьезно это? Это просто щук. Это... Расскажите, пожалуйста, они все из Украины? О боже, украинские мужчины такие красивые. Еще у нас в Корее есть популярная пара
여보 부부 вроде они познакомились в аттракционном парке. Это международная пара, кореянка и украинский парень. Вроде это украинский парень работал в аттракционном парке как актером. Девушка подработала продавать там печенье. И они там познакомились. И очень-очень красивая пара сейчас в Корее, поэтому популярна. Корейцы, оказывается, много путешествовали в Чернобыль. Там есть темный тур по-корейски, так тур. И моя подружка тоже путешествовала в Чернобыль. Ой, тут очень показывает, говорят, что там есть правила. Нельзя трогать, и по правилам надо двигать. Но мне лично страшно. Ну, кто-то любит такой тур, тогда ну, это их выбор. Еще в сайте показывает тур по Украине. Оказывается, до Киева. Отсюда почти 15 часов. Я не знала, это так долго летать. Ой, я первый раз вижу хлебня. Так выглядит. Очень разноцветный. Да. Тут пишет, мне интересно про украинские визы. Для корейцев мы можем полетать без визы в Украину и путешествовать 90 дней, а для украинцев им нужно получить визу и прилетать в Корею. Это несправедливо, мне кажется. Если нам не нужна виза, тогда вам тоже не нужна виза. И тут вопрос задаю корейцы. Сколько стоит один месяц путешествовать по Украине и жить? $1000 это хватает, жилье я оплатил $400. Ну, интересно, обо всем, сколько стоит один месяц жить в Украине, я тоже хочу узнать, когда я путешествую по Украине. Да, мы все знаем, что украинские девушки очень красивые. Вот, украинские красавицы показывают, что украинские ребенок, украинские солдаты, школьники, спортсменка. Уличная художница. Да, она тоже очень популярная была в корейском сайте. Кто она? Кассир. Работник, который работает в отеле. Кассирка называется. Она тоже очень популярна была. А еще такой вопрос задают. Почему в Украине так много имени Ченко? Я думаю, он спрашивал про фамилию. Например, Шевченко такой. Еще на корейском сайте показываю самые популярные имени в Украине. Первый Богдан, второй Артем, третий Виталий, четвертый Андрей, пятый Олег. Это правда, что ли? Тогда интересно, что в корейских новостях пишет о Украине? Несу. Интересно, президент Украины поздравил день рождения корейского президента, да, и он сказал спасибо, так написано. И новостях пишет, что Порошенко, предыдущий украинский президент, он с ковидом заболел. Еще это немного приятная новость, что в Украине, в Киеве, открылся корейский культурный центр. Там можно изучать корейский язык и корейская культура. Вот так. И я посмотрела отзывы от корейских туристов, которые путешествовали по Украине. И обычно отзывы очень положительные. Говорят, что жители в Украине очень добрые, хорошо помогают. И говорят на английском тоже хорошо. Да. Вот спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Просто я передала, что в корейских сайтах пишет о Украине. Если вам понравилось это видео, напишите, пожалуйста, комментарий. Ставите лайк. И еще не забудьте мне отвечать, сколько нужно иметь, чтобы жить один месяц в Украине. Тогда ждите следующее видео. Аннян, пока. Хорошего дня.